Привет, Найт-Сити! Я снова с вами. Мой гость сегодня — лейтенант Сара Краковски, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. Привет, Зиги. Спасибо, что позвал. Надеюсь, ты нормально добралась до студии. Ничего не случилось? Никто не напал по дороге? Нет, нет. К счастью, на улицах Найт-Сити сейчас безопаснее, чем раньше. Мы отмечаем снижение числа убийств с 7100 случаев в год до... Так, так, минутку. На улицах ты говоришь безопасно. А что с автострадами? Не поняла. Ты же слышала о перестрелке на съезде с трассы 1? Прошло полчаса, прежде чем патруль прибыл на место. Я слышал, в тот день было больше 700 выстрелов. Что случилось? Где сейчас находятся виновные? Подожди, Зиги. Полиция Найт-Сити отвечает за порядок и безопасность граждан на территории города. Сара, Сара, не стоит. Всю эту ерунду мы видели в ваших пресс-релизах. Просто ответь зрителям. Когда уже они будут в безопасности? Когда им не нужно будет брать с собой оружие, даже при походе в магазин, и бояться за детей, отпуская их в парк? Полиция прилагает все усилия, чтобы... Смотри, как изворачивается. Thank you.
Один человек хочет освободить ближнего своего от груза земных ценностей. Конкретнее, нужно украсть гитару Кэрри Евродина. Работа простая, плата высокая. Я отправил подробности. Буду ждать. Я тянула. Что там наверху за бардак? Мимо не пройдешь. Я найду тебя. Я разберусь. Только глянь, он тут целое святилище в честь нас замутил. И убежище заодно. Здесь код. Какой тут может быть набор цифр? Честно говоря, я без понятия. Ну, попробуй 3 раза по 69. Смешно, но мимо. Иногда и мне везет. Короче, не мучайся. Это все точно не то. А ты откуда знаешь? Потому что Кэрри хоть и болван, но в гитарах он понимает. А это все полнейшие дрова.
Ты хорошая наемница, Ви. Гитара теперь в нужных руках и в безопасном месте. Закрываю этот заказ и перевожу тебе награду за труды. Надо убрать одного парня. Он раньше был наемником, да и сейчас держится неплохо. Но за такие деньги рискнуть стоит. Если нужно больше данных, проверь письмо. Жду вестей. Спасибо. Деньги платят. Тихо. Не вопрос, держи.
Господи боже, ты это слышишь? Это же надругательство над слухом. О вкусах не спорят, Джонни. Так говорят только придурки, у которых нет вкуса. Уж не знаю, за что его хотят грохнуть, но его музыкальные пристрастия уже достаточный повод. Приказал долго жить. Это очень хорошо. Ну что ж, дело сделано. Так что твоему покорному слуге можно и выпить. Пока, Ви. Здорово, Рин. Мне тут надо выкрасть кое-какие интересные видео. Клиент готов щедро платить.
расскажешь. Посмотри письмо. Очень на тебя надеюсь. Звоню клиенту. Скажу, что мы нашли материал на миску. До связи. Слушай, я закрою приказ. Но в этот раз ошибок было многовато. И мне это очень не нравится. Thank you.
Есть заказ на какую-то директоршу из биотехники. Заперлась в корпоративном отеле с кучей охраны, поэтому тут мне нужен профессионал. Я знаю, что ты у нас любишь трудности. Всю инфу отправил. Здравствуйте. Чем могу помочь? У меня назначена встреча с госпожой Кох. Минуточку, я посмотрю. Боюсь, что нет. Это какое-то недоразумение. Ну надо же. Я хочу снять номер. Одноместный подойдет. Боюсь, это невозможно. У нас корпоративный отель только для сотрудников биотехники. Ах, очень жаль. У вас тут мило. Thank you.
Проснись и пой. Что? Ты кто такая? Разумнее будет спросить, кто меня послал. Помнишь свой эксперимент с кланом Красное Ухо? Семьи погибших шлют тебе привет. Конечно. Это был ключевой эксперимент для всего проекта. Мы работаем над новым антибиотиком. О, только не корми меня историями, как ты спасаешь человечество, а прогресс требует жертв. Не буду. Знаю, что бесполезно. Я сама не раз нанимала таких, как ты, и понимаю, что будет дальше. Но позволь мне хотя бы сделать резервную копию данных. Кочевников не вернешь. Пусть их смерть хотя бы принесет пользу науке. Ладно, давай. Только смотри без фокусов. Я слышал, Кох больше нет? Отлично. Всегда приятно работать с настоящим профи. Работа выполнена.
деньги летят к тебе.
пришел. Thank you.